еще одно колье, которое я уже закончила. Это колье из калининградских брошей тоже. Вот Fleur de Lys. Это французская лилия Fleur de Lys. Здесь такой муравей. Вот какая большая брошь калининградская. Это еще один какой-то муравейчик. И это очень старинная. Я думаю, что здесь есть потеря, мне так кажется. Я так думаю, я не знаю, не видела на интернете такую брошь. Это слива. Но мне кажется, их должно быть две, как минимум. Но у меня одна. Мне кажется, что вот эта брошь где-то из 40-х годов, может даже и раньше. Приятное колье. Очень мне нравится. Это колье роскошь. Роскошное колье.